В Ивацевичах завершился 31-й по счету День белорусской письменности. На масштабном празднике белорусского слова председатель Ивацевичского райисполкома Владимир Белов передал вымпел председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику. А это значит, что именно в нашем городе в 2025 году пройдет новый День белорусской письменности. Председатель Лидского райисполкома поздравил жителей Ивацевичей с успешным проведением грандиозного республиканского праздника и пригласил всех на будущий год посетить День письменности в Лиде, отметив, что это древний и красивый город с богатой историей.